Добрый вечер, партнеры, друзья. Сегодня первый раз я иду в банкомат снимать деньги с карты. Деньги, заработанные в компании FFI. Как только вы первые зарабатываете первые $100, компания вам высылает карточку на ваш домашний адрес вот таким вот конвертом. Она приходит к вам, в ней карта системы NexPay. Вот эта карта. Инструкция, как активировать. Меня, правда, немножко шокировало, когда я получил этот конверт не заказным письмом, а просто в почтовом ящике. Но когда я прочитал инструкцию по активации карты, я понял, что попади она в руки другому человеку, это будет просто скребок для очистки снега на стекле автомобиля. Только и всего. И вот сегодня я первый раз приехал снять заработанные деньги. Прошло 8 месяцев. Почему первый? Потому что деньги я выводил посредством того, что покупал на заработанные суммы продукцию компании FFI и реализовывал ее, таким образом получая наличные. И вот сейчас настал тот момент, когда можно деньги вывести на карту. То есть, что я сейчас и сделаю. Деньги снимаю небольшими суммами, которые устанавливает банкомат данного банка. Я сейчас снимаю в банкомате Банка Москвы. Какую сумму я снимаю, вам озвучивать не буду, друзья, потому что не хочу одних рассмешить, а других шокировать суммой, которую я заработал и снимаю сегодня. Факт налицо, деньги мы получаем. Банкомат выдает определенными суммами. Такая маленькая хитрость. Но это уже хитрость банка, а не компания FFI и не система NexPay. Поэтому снимут какой-то процент за обналичивание. Он небольшой, поэтому
переживать нет смысла. За обслуживание такой карты в месяц берется $5. Это тоже сумма небольшая, учитывая, что этой картой в любом банкомате мира вы можете снимать деньги. Поэтому мне все нравится, все удобно. Ну вот и все. Занимайтесь бизнесом. Бизнес классный. Как сказал один парень, бизнес в интернете, деньги в банкомате. Класс, друзья.